Если организм здоров, то в принципе большого влияния не наблюдается. Но для людей с хроническими заболеваниями действительно этот дополнительный стресс является. Если так сказать в большей части, то все-таки на психофизиологии имеет это большее значение, скажем так, потому что даже смещение на час у нас как бы смещает наши часовые пояса и, соответственно, наши циркадные ритмы, которые связаны с сон, бодрствование, настроение, они, по сути дела, у нас нарушаются, и, соответственно, вся гормональная система нарушается. Но есть и позитивный момент. И сейчас объясню почему. Потому что летом мы получаем еще один дополнительный час светового дня, который, ну, как бы мы ни обманывали природу, но именно световая, солнечная энергия, да, именно солнечный день на нас, на нашу психику играет большее значение. А вот искусственное освещение, оно как раз негативно влияет, оно перевозбуждает нервную систему, оно для нас все равно является неестественным. Поэтому, да, я хочу согласиться с тем, что все-таки на психофизиологию играет это большое значение.